Всем здорово, с вами Старпёр, и мы с Юрой продолжаем проходить Borderlands. Надеюсь, что сегодня будет интереснее, чем вчера. Юра, говори, я тебя перебил. Я говорю всем привет. Так, я тебя позвал, короче, про... Нашел. Соединение от минимал почему-то. Я всю норму. А, подожди, все норм. Все норм, сейчас. Все, погнали. Блин, мне не нравится мой класс, если честно. Как-то вот что-то я случайно его выбрал. Сделать... Так, блин, это заново качаться надо. До пятого уровня. Не хватало мне, короче, еще реролиться. В игре мне в линейке реролов хватит. Так, выше крыши. Короче. Это мы куда-то прилетели? Нет, да, нет, или... не туда, отменяй, блядь. Мы же наоборот только прилетели в эту локацию, и нам надо куда-то туда дальше. Так. Да. Давай, погнали. Полетели обратно. Эти стройки можно перераспределить очки. Так, блин. Блин, почему у меня текстуры так, блин, медленно погружаются? То есть у тебя тоже такая херня? Не, у меня нормально. Я вот появился, и у меня сначала такое все. Ну, хочешь, я тебе скажу, какие у меня настройки вообще изображения состоят? Наверное, класс. Граница, граница интерфейса 100. Нет, так это не то. Размер интерфейса, поле зрения, разрешение экрана. Там ниже ты вниз скроль, там будут настройки. Фильтрация 4x. Фильтрация количества кадров до 62. Следы от пуль много, растительность далеко, качество текстур высокое, высокое, высокое. Объемное освещение. Ну и пошел ты в сракотан, короче. Эффекты физик низкая. Не знаю, что это значит. Ну, это типа как коробки будут разлетаться и враги. Ладно, погнали, что там? Использоваться тычком ума, там будет транспорт добраться. Бежище. Стой, а что ты не лутаешься, смотри. Я апнулся, найс. Что-то дали еще. Блин, надо было почту отключить, но пришло. Блин, из дома на большом монике как-то приятнее, знаешь, так, играется. Стой, да, я апну, все, у меня жетон. Если ты жетоны тратишь или нет? Да. Хорошо. Так, повышу я максимальный уровень здоровья. Где ты? Это тебя так отбросило? Да. Смотри, как они что-то это падают. Бодренько. Я пушку нашел пиздатую. Автомат тебе нужен? 19 уронов. Ну, у меня так-то автомат. Устраивает меня. Ты видел? Нет, я, блин, хочу скилл вбахнуть. Лишний, блин. Так, я буду, короче, включать криты. Наверное, это неправильно для этого класса, но мне попробовать. Можно помайнить. Давай. Я киркой хотел майнить. Бирюза, что это бирюза такое? Сейчас посмотрим. Бирюза. Это модификатор гранат. Реактивация открывает доступ к этому облику в .mate. Не знаю, что это такое. Короче, ладно, хрен с ним. Какая-то, короче, скин какой-то под дерево. О, смотри, там коробки. Какой-то... В смысле это? Ты посмотри, смотри, какая морда тут лица. Пиздатая. Здоровая. Создать транс. Ты, блин, о, не проматывай мультики. Я же читаю. Scooter controls these Kajirai machines. He may be short a few chromosomes, but he's a savant when it comes to vehicles. He's locked the station to prevent the bandits from using it, but I'm reading an inactive Hyperion bot in the Bloodshot camp. If you can attach its interface adapter to the Kajirai,
I can hack the machine and get you a car. Так, это что? Надо тачку, тачку нам дать, собрать, да? Что интересно? У тебя есть что? Ну все, короче, готов. А, стоп, а гранаты здесь можно купить? Все, теперь готов точно. Блин, зачем я опять активировал это говно? Как его выключить? Меня тут разнесло, мальца. Что-то меня тоже. Смотри, смотри, смотри. Блин, пушка мощная, конечно, вот эта вот автоматика. Блин, ну так... Медленные пульки летят, это жесть. Я сейчас убью тебя, слово. Я... Меня насовали. Я хотел убежать, но... Так, ладно, встал. Наверное, нужно было сделать так сразу. Ну, вообще, да, было бы хорошо. Такое мнение. Можно вернуться, в принципе, к этим автоматам, перезагрузиться. Не вижу смысла. Нам здесь надо что-то собраться. Система переходник Гипериона. Все, нашел я. Добыть транспорт. Пошли назад. Стой, может тут что есть? Кататься не хочешь? Вот два ящика. Кто орёт хелп? Ты орёшь? Да. Полутаться, говорит, не хочешь? Открывает и забирает все. Бля, ну хочу, наверное, полутаться. Короче, вот эта пушка у меня, которая трехствольная, видишь? Нет, сейчас. Ну, вот чё? Это. Она стреляет сразу 3 патрона по 36 урона каждый. Дебись. Ну я, короче, вот эта пушка медленно стреляет. Ну видишь, они типа долго летят, пульки. А стой, а где это мой пистолет четкий? Ой, а что у меня так много стволов надо? Друзья, как использовать щит, интересно? Так он у тебя накапливается. Вон у тебя типа не-не-не. Броня. Не-не-не. Плитки щит. По-моему, это... это есть? По-моему, да. А, так у меня есть попизжа тогда. У меня вроде тоже, но я, блин, что-то с ним собирался пока что. А, нет, стоп, нету, я все... Сенсовый щит 6 уровня. Я все продал. Вообще четкий. Ну да, 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 у меня был 110 щита, а сейчас 173. И вот, кстати, продается щиты пиздатые. Лучше такой, наверное, автомат. За 260 баксов продается крутой щит. Если чё. Везде емкость ниже, чем у моего. Емкость? А у тебя сколько? Не знаю. Ну ты посмотри, сколько у тебя там стоит. Блин. У меня 217. А, ну да, на самом деле. А, так он же слева может быть. Так, ладно, мы же что-то здесь хотели, что. Тебе надо нажать что-то. Все, я нажал. Что теперь? Телочка, дай телефончик, пожалуйста. Сейчас будет тачку надо собирать. Смотри, сейчас тачку соберу, тачку соберу. Что за рулем? Один момент, наверное, давай-ка ты, а то. Я, конечно.
У тебя прав нету. А то, блин, в инфестейшене я уже повозил машину. Круто, попробуй запросить машину. Давай, запрошу. Разместить машину, курьер с пулеметом. Спустить машину. Ну, а я за пулеметом, короче, а ты за рулем. Будет четко. Понять. А не. Подожди, меняемся. Что-то не так пошло. Так, не в сторону едем. Куда ты меня повез? Вези меня куда надо. Изи. Это будет сложное чувство. Чё, куда надо ехать? А вон туда, наверное, в туннель. Верно, да. Блять, ты можешь нормально ехать? Блин, чувак, так дай мне их поубивать. Чё ты? Он кидается камнями. Так ты уворачивайся от камней, я зажму и нормально. Я буду давить их. Блять, ну... Изи-пизи, блин. Стой, еще нужно пятерых, короче, убить для ачивки или что? Зачем? Ну, он, видишь, и дадут жетон, короче. Поехали, вон там о, еще, видишь? Мне. Да, блин, сзади еще трое было. Ой, блин. Блин, патроны бесконечные, пулемет не перегревает. Тут мышкой управляется. Мышкой что? Мышкой рулю. Ну куда мышкой управляет, туда она едет. Ну так вот, воспользуйся новым знанием. Веди нормально. Это на самом деле бред. Наверное, да. Все, мы все сделали? Там сзади вон, бля, куча повылазила их. Пять назад. Это ж фри опыт. Перезаряжаться не надо, и борешься, все. Ну смотри, еще большой при. Кидается камнями в меня. Да? Все? Ну да, да. А, нормально. Все, погнали ты. Еще два бакса дали. Так, подожди, не знаю, вот он, не суйся в броду. Поедем по дороге. Ладно. Жгучий кактус, стой. Стой. Подъедь чуть-чуть ближе. Странно, только что наводилось и была полоска хп. Не-не, наверное, близко не надо подъезжать. Настолько... Ладно, поехали дальше. Тут, смотри, что-то есть. Давай засейвимся. А мы думаем в убежище. Воу. Да. Пушки. Давай смотреть пушки, что тут. Алый аморалист. О, нифига себе. Что-то нормальное, кстати, есть тут. Винтовка снайперская, 75 урона, ничего себе. Дробаш нормальный. Дробовик дальний убивец. 6 выстрелов по 14 одновременно. Это почти 100 получается. Наверное. 80. Так, блин, это землетрясение или нас кто-то пиздит? Меткость, скорострельность. Требуется уровень 8, а какой уровень? Какой я уровень? Кто мне расскажет? Надо покупать, я думаю, снайперскую винтовку. Что-то какой я уровень? Два дня, дробовик. Ух, нихуя. Я 7-й. Так. Я купил дробовик. Распродано, ты пидор. Нехуй торговать, ебал. Нехуй. У него, знаешь какой у него урон? Нет. Дикий. Только я не могу одеть, я 7-й уровень. Так, снайперка. Высокая, плохо.
Да, наверное, нехер тут брать. Только если... Это... Так. Пулемет, блин. Вот опять-таки. Я пока не очень понимаю класс оружия. Ну, то есть... В смысле? Там же написано. Где? Ну, вот смотри, ты смотришь. Где? Вот у тебя он... И слева написано пистолет, например. Где? Ну, не вижу. Ты смотришь, пистолет... Ну вот, снизу, справа, у тебя слева высвечивается окошко с характеристиками. Так. Пистолет-пулемет, снайперская винтовка. А, там выделяется типа тип патрона, все, я понял. Я понял. По типу патрона можно смотреть, что и что. Понял ты, в чем я? Все, пока. Блин. Ой, я могу тоже стрелять. Сань. Что? Тут какая-то херня. Залази, я. Сейчас бы пушками кидаться. Интересно, подожди, стой, стой, дай-ка гляну, как оно дамажит. Дамажит ли оно вообще. Ну, бля, попросил же, ебаный. Стой, не стреляй по мне. Вот. Что, ему нормально оторвал здоровье теперь за это? Меня птица атакует. Прикинь. И... Хорошо лутаться там. Да тихо. Да ебать тебя муха. Короче, ладно, чуть что продал. Садись. Ехали. Но сзади, блин, куча врагов. О, стой, стой, тормози. Оказывается, я тоже могу стрелять сами. Когда я за башню? Нет, да. А ты видел, там чувак стоял? Вот. Блядь, что-то тут много, алё, это засада, чувак. Здоровье заканчивается. Машина. Пойдём, отъедем. Ты куда-то не тут... Блин, половина осталась. Увози нас отсюда. Мы уже дымимся. Она вроде должна восполняться. Не знаю. Давай, да. Видишь? Вон он. Блин, все, подожди. Да нормально было, вот все. Так. Да. Вот так. Вон еще один. Еще один. Вижу. Пытаемся? Да, давай. Пошли. Надо успеть первым отлутать все ящики. Темплый пиздец. Кстати. А теперь надо залезть наверх, наверное. Наверху что-то должно быть, по-любому. Надо два ящичка с патронами. Ну, значит, не знаю, еще с деньгами. You're never getting in a sanctuary, you bloodshot skaglicks. Hold up. You're a vault hunter. Just a sec. Вот тут еще. А, куда ехали уже, ебать? Вот же транспорт. Да. So you're the one I've been hearing all this radio chatter about. Roland. I used to be a vault hunter like you. Until I formed the Crimson Raiders. We'll catch up when I get back to sanctuary. For now, I need your help. My men tell me Corporal Reese hasn't returned the power core that we need to keep the city's shields running. Bring Reese back to Sanctuary, and you'll have earned your place in the Raiders. Rollins contacted you? Good. Listen to what he says. He can help us defeat Jack. Так, ну что, как открывать? Что-то? We're to keep the gate closed until you return with the power core.
Пока ты не все 4 блока, это будет закрыто. Я понял. Пойдем обратно. Поехали. Хочешь порулить? Хочу. Прощай. Как это было? Изи, я Ямакаси. Ямакаси пиздец. Да, управление, конечно, херово, что. Вот стоп. Handsome Jack here, reminding you all not to worry your little heads about those earthquakes. See, with every tremor, my drill gets closer to the vault, to freedom, order, and safety for us all. Except you assets and sons of them. Поехали. Посмотри, какая хреновина бежит издалека. Что ты ждешь? Что я жду? Стреляешь? Да. Я вообще-то стрелял не. Ну это дает по 11 опыта, видишь, они специально сделали, короче. Так вроде из-за тех давали по 1. Не, там нормально давали вроде. Поехали, алло. Ты нашел? Нет. Подожди, не, нам дальше, да, стой. Нам не сюда, мы аж оттуда приехали. Нет. Нормально, ровненько. Ты карту открой. Смотри, куда нам ехать. А куда-то он туда надо. Вон нам. Тут, короче, между скалами будет проход, походу. Конечно. А я им туда пройду. Нет, видишь? Открой карту, посмотри, на М нажми. М. Видишь? Mm-hmm. Куда ехать? Ну, либо вот через верх ехать. Да посмотри, ты на карте же видно, куда ехать, блин. Да, вижу, там нету прохода. Вот здесь вот и вот здесь вот. Вылазь, блядь, из-за руля, нахуй. Дай, блядь, папа. Почему, блядь, я опять залез? Вот, так. Поехали. Поехали, блядь. Да поехали. Поехали. Будем, блядь, топтаться. Блядь, это ёбаная мышка. Ну, то и управление меня бегает. Так, когда карту открываешь, блядь, машина останавливает. Отлично. Почему нет? Не отвлекайтесь за рулем, все правильно. Почему бы и нет? О. 19 только что дали. Тут можно камни ломать, которые тебя кидают. Ничего, нормально у тебя, все? Да, походу пешком. Пошли. Проблема уже. Идти 3 секунды. Только нам сейчас будут пизды тут давать эти наверняка, да. Вон они уже. Он уже крадется один. На, блядь, тебе подарок. Лови, лови подарок. У тебя, блядь, пизжи. У тебя пизжи. Это что за говно? Это, блядь, какой-то элит. Ты кактус был. Ты кактус был. Сейчас мы камнями покидаться. Зло такое, блядь. Тебе играет? Да. В ковбойской.
кто тебя бьет? Никто, это игра. Ну, отбросил на перезарядке. Взорвалось. Я обосрал колени. Моментально. Че, все? Нам надо уничтожить Трайсиса. Я какую-то фиолетовую штуковину нашел. Кация, гипноз. Короче, скин, походу. Новый облик для машин. Идем. Вот он отдается. Это? Кто у меня живет? Блять. Птеродактили прилетели. Пиздец, блядь. Их только не хватало. Согласен. Да не важно. Reese is dead. He was one of the first Crimson Lancemen I recruited to the Raiders. Get that power core back, and while you're at it, kill some bandits for Reese. It's what he would have wanted. Looks like you've got an area waypoint. Sometimes your device can't find the precise location of what you're looking for. Search the area marked by the big ass green circle on your mini-map. Your objective is somewhere in that area. Убивать кровами мясо. Смотри, здесь какая-то это, вернись. А, нет, здесь только двое и только ящик. Ну, в смысле, полутация. Или есть. Два пакса дали. Здоровый ящик. И достижение дали, добыча так зовет. Нам подожди, нам надо дальше бежать. Короче, 4 пистолета. Ну вот, забирай их. По-моему, даже есть какие-то толковые. Но я пока доволен тем, что у меня экипировано. Так что к машине возвращаемся или что? Не-не-не. Видишь, где я на карте? Да, да, вижу, бегу. Убивать кровомесов нам надо. Говномесов? Какая нетолерантная игра. Обычно их защищают. Да, так, он их до хера, кстати, стоит. Ой, меня заметили, Лёжа. Здорово. Чё ты орёшь? Да, гранату овнит вообще жестко. О, вот этот чувак с щитом. Чем такой большой, блядь? Не знаю, я кинул гранату. Ой, это че это такое было? Моя турель его овнит. Там нас справа еще овнит. Что-то я ему, блядь, с руки в него. Изи, блядь. О, лутай пушки. Зелен. Лутай пушки, блядь. Сейчас меня полутают. Куча потрох. Обидно, что, короче, вот эта херня, лечилка лежала в метре. Кто-то стреляет, ну, как-то. Да вон они справа, гранату кинули. Бежим! За все. Ты переживал. Блять, тут патроны закончились, чё? Нафиг это делает. Не очень, покажи еще раз. Блять. Что-то я. Что-то меня коцнули. Что-то меня тоже. Нет гранат. Да нет, нихера. Надо полутаться, что. Мне нужны патроны. Я все закончилось.
И про тупо нечем стрелять. О, все, я нашел патроны. Я нашел хилку. Класс. Что-то как-то патронов, если честно, все равно не было. Мало. Они, блядь, и закончились уже. Да ты заебал меня, Джарабас. Тут такой смешной. Ой, где-то граната рядом с нами. Это, блядь, здорово, базара ноль. Двух мелких забрал, остался Джарабас. Я, короче, бегаю, блядь, ищу патрон. Развлекайся. Ну, вообще, как бы, у меня очень плохо со здоровьем. Я нашел гранату, блядь. На, нахуй, сука. Так вот, блядь, будет скажем. За него 200 опыта дают. Блядь. Пока я смотрел на него, какой-то Питер взял все. Такой уже интересно. Еще где-то чуваки и стреляют по нам. Да, блядь, ты сейчас смеешься, он мимо тебя пробежал, бьет меня, блядь. Я, блядь, наверху был уже. Прибежал мимо тебя. Где он еще? А он сверху еще один Джарабас. Все, убили 20 грузомеса. Вон у тебя дробовик, ты можешь их... Умотёмнить. Кто меня убил сзади? Они, походу, из этих дверей, блядских, выходят? Да, не. Давай, ресами. Тебя стреляют. Ну да, что делать, вон я его вижу. У тебя калаш, короче. Сейчас бы гранату меня кинут. Где еще, блядь? Сзади опять. Сзади. У меня патроны кончились. Иди сюда ко мне. Ебать, я сам себя взорвал. Почему ты так высоко? Ну я туда типа пошел такой, блядь. Ну, печально. Я сейчас умру. Я умер. Что-то так происходит, что происходит, не могу понять. Я, короче, резнулся на входе. По-моему, где-то магазин здесь должен быть, да? Или нет? Так, вижу ящик, не вижу преград. 87 баксов с меня сняли. Зарез. Так, магазина нет. Ебать, как печаль, придется брать машину. Ты что, далеко что ли? Да, вообще жесть. А, ой, я могу телепортироваться. Уже ближе. Я ко мне не можешь телепортироваться? О, хлеб. Бедный, нет, ну не знаю, может как-то можно, но я интерфейс не нашел. Так, я вроде лапнулся. Я же восьмой, я могу взять мегапушку крутую. Так, блин, сделай это. Всё, я... Чё ты морозишься-то? Я, кстати, тоже обнулся есть. Нихера себе, вот это нормальный дробовичок. Я тебе могу отдать свою пушку. Крутую. Ну, ту, с которой я бегал. У меня вроде нормальный ствол, блин. Тронов мало. Надо качнуть какой-нибудь перк на количество переносимых боеприпасов. А там есть, кстати. Да, так я видел.
и вспомнил. А все, нам теперь куда-то надо обратно уходить. Че, я все сюда пришел? А, стой, там наверху, где я умер, там лут есть. Можно забрать, потом продать. Уже нету. А, ты там забрался? Там песики какие-то лежали. Да, там пистолеты зеленые. Да, 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 да. Да, я просто лутался. Ну что, тебе нужна пушка? Вот, которая трехстволка с этим. Ну сейчас, подожди, к тебе подойду, дропнешь ее, я посмотрю, что ты. Ты посмотришь урон. Может, нужна, может. Где ты? Аж на первом этаже был. Так, я пошел. Хочешь, тебе пистолет дам с 50 уроном? Не, спасибо. Блять. Ой. Заебись. За ноль. Так, ну что, урон такой же, меткость выше, скорострельность выше. Ну да, он всем лучше получается. Статы либо такие же, либо лучше. Только вот места у меня нет. Сейчас надо что-нибудь дропнуть. Как выкидывать? О-о-о-о. Да? О, тут я щиток нашел. 11 уровня. Так, возникает, блядь, другой вопрос. Получается. Забитый под завязку большой ствол. Кто звонит? Подожди, это получается, это винтовка, а это дробовик. Наверное. Да. Все, погнали. Что? Куда? Бля, на ходу, выбрал? На ходу нельзя карту смотреть. Уморазу. Ачка стоит на выходе, там, где мы проходили сюда в локу. Зацени мою пушку. Что-то у нее какой-то рейндж маленький, или это ты в землю стрелял? Я в землю стрелял. Стрельни туда, куда. Это дробовик. Ну я понял. Ну есть еще такая же штука, как у тебя, трехствольная. О, подожди, я теперь могу что ли две ставить? В смысле две? Что две? Две турели? Нет, не могу. А написано две. Оп. Нормально. Сейчас бы объехать. Как тут? Да, это все лишнее. Блять, это управление мыши. О, надо глянуть в опциях, может. Можно человеческое сделать. Стой, бля, подожди, это ж враги. Пошел ты в жопу. И говори, как мне отъехать ближе, дальше. Ну, я ж не вижу, блядь, какой угол у тебя. Восемь опыта всего лишь. Да. Я же говорю, за убийство с бесконечным очень мало дали. А нам за убийство с обычного оружия давали по 200 опыта. Короче, есть смысл его накалять. Все. До упора, потом выходить. И лутаться. И расстреливать. Мы не туда едем. Мы могли по дороге спокойно доехать до базы. Давай, иди. Возможно, зато здесь огромный сундук. Еще один. И еще внутри есть.
I got a little secret that I... You know what? You don't need to hear it. It'll probably just... Белый пистолет уже не лезет. Так. Поехали. Направо. Нам сейчас направо. И по дороге надо было ехать, блядь. Нет. Там не проедем никак. Ты не проедешь, вот, я, ну, проеду. Ладно. И мы туда приехали. В смысле? Руин, это ты? О, это Vault Hunter. Get in quick. Roland's Echo Communicator went dead. We need your help. Где-то здесь должны быть. Блять, где все магазины, которые... А, мы проехали, там... Ладно, все, поздно. Я бы патронов докупил. Убежище. Давай засадимся. Хватит лутаться там. Что? О чем? Хватит лутаться. Иди подключай. Так, награда. Стволы дают. У меня нет рубляха мест. Так. Что это такое? 2.8 прицел. Ракетный ракетострел. Взрывается. А, так это что, дробовик получается? Е-бой. Винтовка. Скорострельность низкая, перезарядка низкая. Ну, бля, урона много и меткость высокая. Мало. Это дробаш. Давай винтовку, блядь, некуда ее класть, брат. А что такая маленькая скорострельность? Ну опять. А за емкость магазина на 60. Пойду, короче, я... Что? Где все овощи? Где, блядь? Лол. Она какими-то ракетами стреляет, Сань. Написано ракетомет, блядь. Чем ты думал, она будет стрелять? Винтовка написана. А стреляет ракетами. Так. Зато он очень четко стреляет. Ну, в смысле, ровно, метко. Я понял. Короче, в топку. Ты нашел магазин? Нет, я нашел чувака. Так. Пойдем, сейчас будем драться. Он готов? У меня 40 патронов. Думаешь, драться будет? Да. Чё ты решил? Ну иди поговори с ним, потрещи. А вот нажать нужно. Сейчас он дверит. Без паники. Изи. Здесь должен быть магазин, смотри, это типа город. Походу. Вот дерьмо, какая досада. Roland needs your help. Without you, the Crimson Raiders don't stand a chance against him. Так, о, магазин нашел. Sanctuary. Built on the ruins of the dog. Типа неписи, у всех можно брать. Место, я вижу. Блядь, что за мультик? Я дверь открыл, вот там мультик. Что за черт? Чумазый. Ты механик, по-моему. You'll never take me alive, you robotic son bitch!
Скутер, тачка мод. И магазин. Вверху должен быть. Вот здесь, вот он. Боеприпасы. Ну что, продать-то можно? Так, что делать будем? Основной квест или пойдем по пушке? Или пойдем по этому? Что-то пушки говнище. Емкость считает 500. Нормально. Нормально. Но он снижает здоровье на 100. Я не знаю, это много, мало. Ну, блять, у меня всего 214, например. Да? Ну, емкость считает, зато 500. Какой-то ключ, короче, тут есть. Ладно, я ну, в смысле, нужно будет. Житель убежища. No. Нет, что ты там? Зашел куда-то. Looks like it works to me. Маркус. Похож на этого, короче, сталкера, который. Да и он тоже, кстати, сидит в подвале за решеткой. Да, да, да. И банчит там. Интересно. Так. Патроны, патроны, патроны. Блять, зачем я купил модификатор гранаты? Случайно, я тоже так купил. Вот смотрю. Так, ну что, говорю, будем делать? Будем делать мейн-квесты или помочки? Ну давай поделаем мейны пока. А где ты? Я хочу пушки тоже посмотреть. Там. Может, пушки полное интересно. Говно все. Вот реально, вообще ничего. Ой, я нашел этого робота нашего, лол. Разобрался, блин. Пешком, вот. Помощь. Жопу себе стрельни. I'm starving! I wanna eat your babies! Son, this might sting a bit. Нормальный доктор. Зед! Неожиданно. Welcome to Dr. Zed's portable clinic. Ну тут щитки, короче, можно купить. За 300 соток. Не хочешь ли я щиток взять? Чё, нет, тоже. Здорово, чувак. А, о, у него еще магазин есть. Щитки и всякая херня. А, так ты такой же точно, как и там, который в углу стоит. А ты у меня с механиком говорил, что у него продается интересного? Нет, не говорил. Ты же заходил, я к нему не заходил даже. Я дверь только открыл, я нахер не знаю. Тачка, смотри, четкая тачка. Да похер тут, блядь, у него нычка в стиральной машине лежала. Надо забирать. Пришли мародеры, короче. Да. Так, он мне дал, короче, какую-то хреновину. Реди. С момента открытия хранилища реди стал предметом огромной ценности. На черном рынке можете купить за реди улучшения для персонажа. Окей, где черный рынок?
Я готов. Хватит улучшения зарядить. Скажите только где. Я не, короче, я ограбил. А что это за точки показываются сверху? Где? О, вот здесь вот. Сейчас приду. Взять аккумуляторы. Так. Череди, череди. 6 середи. Ну говори, короче, что делать будем. Здесь этот аккумулятор где-то должен быть. На первом этаже, по-моему. Стрелочка вниз. А, не, подожди, стрелочка вниз, это ты, лол. Нашел. Найс. Что теперь? Не знаю. Иди в центр города и ставь аккумулятор свечи зажигания. Careful though, Earl's crazy. He ate one of my cars once. Yeah. Одну шин все. Типа взял, взял вилку и съел. Прикольно. Да. Вот команд. Это мы так нежданно негаданно решили взять побочку. По-моему, это наоборот не побочка. Основной. Так, один поставил. И второй. Пить что-нибудь тебе заново, Эрла. Пойдем. Помочь скутеру с панном Б. А, ну вот, фиолетовый, короче. Там, походу, короче, стрим-клуб. Сейчас купим что-нибудь и пойдем. Бля, я остаюсь. Улучшение вместимости. Всегда увеличивает число вещей, которые... вещей, может, в банке. О! Всегда увеличивает прицелы для штурмовой винтовки. Да, вот это гранаты. Интересно. Так. Патроны, снаряды. РПГ, винтовка, дробовик на 20. Короче, я возьму. Я беру другой. 20. Я беру штурмовую винтовку на 140. Так, а почем тут? 4. 4. А уже улучшенная на 8. Все ясно. Так, где тёлки? Тёлки. Какой-то наебос, а не стрипнул. А подожди, ты... А сколько у тебя ридия было? 6? Да. А ты купил за 4? Да. Вау, и у меня он тратился. У нас что, общий ридия на двоих? Наверное, да. Да ну, бред какой-то. Ну, серьезно, у меня под... ничего не покупал. И у меня осталось 2 ридия. Может, у тебя и было 2 ридия, про то, что я забрал, блядь, весь, который нашел. Нет, было 6 у меня, было 6. Ну, блядь, нюхай кеды, что тебе сказать. Шел ты. Но надо что-то сделать, блядь. План Б, эти аккумуляторы, короче, пошли. Сейчас, подожди. Все, я вставил. Где он тут, короче, творится, пипец. Я тут все активировал, как помню. Смотри. Висел. Нет. Или не взлетит. Че не получилось, окей. Погнали. Сколько у тебя сейчас запас для винтовки? Патронов. Для винтовки 369, но это я не закупался. Сейчас, подожди, давай посмотрим. Очевидно, больше. Сижак. 420. А, ну, все, я понял. О, блядь, где мой ридий, сука? Так подожди, стоян бы. А не, все. Чё такое? Что-то я не понял нихуя. Ой, да что ты не понял, блядь? Ну успел тут и папа.
Не понял. Че такое, боеприпасы? Мне дали ключ от хранилища какого-то. Погнали! Сирена. Облик модификации. Вон доктор Патриция Танец. Позарься. Обыскать командный центр Роланда. Теперь ку-ку-ку. Конец задания командный центр Роланда. Получить награду. Дополнительный... О, ячейка для оружия. Найс. Кайф. Пошел купить какой-нибудь новый ствол. Хотя не, ладно, найду по дороге. Хорошо, что я не продавал. О, я уже нашел. Я уже нашел. Все четко. Блять, тебя нельзя оставлять одного дома. Да, Найс, я вообще, короче, комплектован. О, слушай, они, ну ничего такая. Наверное. Эй, открой ворота, блядь. Там сундук большой. Не открывается, Юра, что за беда? Наверное, надо наверх бежать. Что не было? Воу. Сейф. Предмет. Ёпта. Забрать. Ну и чё, Enter. А, это типа здесь можно же шмотки хранить. А, окей. Нечего хранить. Засада. By the Firehawk, he's in danger. You're the only one who can stop Jack, but Roland is the man with the plan, so to speak. Слушай, посмотри-ка по стенам, может где-нибудь еще один рычаг? Нам типа надо дернуть одновременно. А ну себе дерни. Я знал, что ты это скажешь. Yes. Предсказуемо. Нам надо куда-то съебывать. Да все, нам на выход из города, чумаркер. Наконец-то. Погнали! Надоело уже. О, чё надоел уже этот город. Чё за свежак? Газета? Да, прыжки затяжные. Да. Ну и наркоман какой-то. А, это баба. Баба наркоман. Кто-то в семье. Да, норм, чувак, крофлит. Погнали. Белый, зеленый, синий, фиолетовый, оранжевый. У меня, короче, синяя шмотка есть. Прошу тебя. Тут тарачку можно взять. Они отреспавнились, эти домосеки. Так я проверю. Блять, прям лазал, сори. Хочу взорвал уже. Блядь. Сейчас бы попасть хоть раз. Так, мне выбили армору. Меня почти убили уже. Да, мне эта пушка мне не нравится. Мне нравится. Полез он уже лутаться. Не, пока не нравится. Попробую винтовку. Вот эту. Ракетомет, который. Так, далеко там вообще чалит-то? Да, бери тачку, короче, поедем. Стой, кстати, стой, стой, не бери, стой. У меня там... Поздно. А, так вот она со скином, вол.
Модная новая машина. Ну, кстати, другой. Другая пушка. Там можно кастомизировать ее. Ошибись. Как оказалось. Так, блядь, я не туда поехал, сори. Разворачивайся, значит, чё. Нормально, чувака разнесло. Так. Стой, еще четверых надо убить. Стой, 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 стой. Из этой хуйни надо четверых еще убить. Готэм, он по радару кто-то. Вон, справа, здоровый. Два пока. Мордопой. И вон сзади еще один есть. Да, норма, хуй. Так, все. Мне дали, тебе дали? Нет. Я же не убил их. Пятерых мордоплюев не дали? Нет. Это-то пока потрачу. Мой жетон. Блять. Так вот, стой, стой, взрослый мордоплюй, давай. Я их сейчас накоцаю до половины хп. А, или давай меняться, только отъедь тогда, блядь. Ну и что? Ну ты сука. Надо отъехать было. О, я могу стрелять. Дают ничего все равно. Может, уже сделал? Странно. А не его. Достижение получено. Рейтинг безбашенности 5. Ну вот. А почему у меня нету, ничего не пишет? Как бы я просто стрелял. Не знаю. Неудачник. Понятное дело. Садись давай, сейчас поедем. Ну вот там еще народу солит. Блять, слушай, прикольная эта тема с гранатой на перезарядке. Только, блять, проблема в том, что если патроны заканчиваются, то нечего перезаряжать. Ой, все, короче, ладно, погнали. Наедешь или опять? Да. Куда-то, блядь, наверх надо идти. Чуть-чуть дальше проехал, чем надо было. После гонца совсем, да. Нормально мы ворвались. Меня да, почти убили. Ебать, ребят, вы чё? Меня тоже. Блять! Пощады нахуй! Сука! Тебя убили, да? Ну типа, да. О, чувака разнесло, на счастье. Я там все. Не нравится мне ни одна, ни вторая пушка. Ну, ты ж так хотел их взять скорее. Давай облутаем, короче, я вижу выход, куда идти. Бля, общий дроп это реально прикольно. После Диаблы, где типа даже посраться не из-за чего. Здесь такое. Так.
Самая нормальная пушка это вот. Ладно, еще побегаю, попробую с дробовиком. Значит, у меня дробовик тоже не особо зашел, который стоил $2000. О, магазин. И плюс сейвилка. Там уже бегут, там пизды давают. Давайте сделай что-нибудь. Блять, опять куту. Step off, Vault Hunter. This is between the Bloodshots and the Firehawk. Once my boys bring his ass back to me, he's gonna pay for every bloodshot he... Следовать знаком. We're gonna string him up from his own freaking intestines. Крамес. Well, that was... Надо было расписать так все. Не, ну когда ты попадаешь, так нормально, слушай. Ну да. Такая херня здоровая. Блять, арахниды из этого. Алфы вторых вылазили, слушай. Меня жрут. Блять, всех жрут. Бля, тут, короче, похоже, есть маленький подъебос. Сейчас я еще проверю, но, по-моему, он есть. Ебать, ты чё, бля? Походу, короче, здесь обойма выбрасывается, если ты не дострелял вся полностью. За всеми патронами. Я думаю, чем я так быстро патроны заканчиваются? Этот пулемет. Так, вот у меня обойма. В обойме 30 патронов. Вот я стрелял один, выбросил. Да. Окей, узнать. А я один выстрел сделал, откинул, короче, ну как гранату его. Довольный, как слон. Ебал, блядь, систему, типа, а? Подожди, я что-то не понял, откуда они берутся-то? Да не лезут из земли, ну. Наверное, бесконечные. Хотя, блядь, опыта очень много дают, вряд ли они бесконечные. Чё-то, блядь, ну нахуя я перезарядился. Надо отвыкать, в общем. Вернее. Так. Да. Знаком. В ебеня нам надо. Ну, погнали в ебеня. Подожди, там можно, наверное, залезть на какую-то башню. Хочу залезть туда. Не хочешь мне помочь? Башня лаз. Нет. Типичный башня лаз. Я помог тебе. Чувака разнесло. Не, нормально, нормально. Дробовик нормальный. Я пристрелялся. Просто надо, короче, на предикт стрелять. Так уродов, ну, конечно, у него очень много. То есть вот он же ваншоткает, он, видел? Не, отвернулся как раз. Бля, я паутине какой-то, алё, пощады. Ну, видишь? Бах, если был чувак. Блядь, хочу залезть на ту штуку. Мари, не сдохни там. Это вот? А, подожди, ты мы оттуда пришли, ёбаный стыд, блядь. Ну, давай. Залазь, потому что, блядь. Нет, мы не оттуда пришли. Ща, я быстренько, туда-обратно. 10-минутное приключение, быстренько. Да, давай. Не торопись.
Там тебе пизды, да, дают уже? Да нет. Правильно, не хуй ебаться. Этот муравьев, короче, с руки. Можно. Не норм. Это нормально. А я, короче, в пещеру залез, Сань, по воде ползаю. Она такая маленькая, но я думаю, она больше будет. Так, знаешь, это немножко не то, что я ожидал. Я зашел в ебеня, короче, я бегу к тебе. Или у тебя там тупик? Нет, я жду тебя. Ну, типа, ну, если... У меня здесь, короче... У меня там, короче, это... Новая локация с этими смобами хуёвыми. Блядь, я как-то... Возвращайся, потом вернемся туда. Не забудем. Я хочу... Или пошли сейчас вдвоем туда. Ну, пойдем, я уже рядом с тобой. Ладно, хуй с тобой. Блядь, что, мне к тебе или ты ко мне? Я понял. Я уже у тебя. Я понял. Вон там кто-то ищет. Ну, очень... Я аптечку нашу после. А смотри, тут вообще какая-то тьма непросветная. Тебе в пути накидаются. Да уж кидаются. Тебя еще не попадали разве ни разу? Нет. О, залепливает экран, короче. А, давай я вот так вот сделаю просто. А укрыться, Сань. Прикольно. Рома, ты отомнил? Да. Белая пушка валяется, это хорошо. Стой, подожди. А, вот проход, куда я пришел. Лол. А, не сюда. И нам, кстати, надо было бежать туда, откуда я пришел, на самом деле. И лол. Слышишь? Сань. Ну, бля, слышу, да. Пойдем, значит. Да ладно, пойдем уже. Сейчас полностью локацию вход делаю. Пойдем кругом. Вижу бочки. Вижу бочки врагов. Блядь, там какие-то педеры. О, да, нет. Да, блядская привычка перезаряжаться после выстрела. Смотри, они скислоты все сгорели. Собака, собачья смерть. Иди посмотри, что за нам за ящик такой взрывоопасный. Подойди ты. Нет. Я открою его для тебя. Блять. Ну, заебись. Нормально. Минус, блять, весь армор и 2/3 здоровья. Здоровье не установится, если не найдем хил. Там сзади валяется. Вот, смотри, сейвлка. Наверное, это неспроста. Я горю. Мои поздравления. Я левел апнул. Мои поздравления. Блять, я пытался твою турель отломить. Я опять. Блин. Ну что ж такое? Да кто в меня не болит? Большой ящик зеленый. Ну, патроны. Чё, нормально? А проверь вот это, как работает вообще. Ну, иди, зайди. Да, херня, короче. Так.
Работает как надо, короче, я понял. А если я... А, я думал, с разбегу получится пройти. Не получилось. Идешь? Я обрываюсь. Ебать, как я апнулся вовремя просто. Теперь не апнулся, я помер. А, подожди, я думал, кто ты. Такой чувак здоровый сидит, толстый. Ебись. Я думал, это ты. А это не ты. Это не я. Это подстава была. Так, ну и чем мы сюда пришли? Борьба за жизнь, спасибо. Иди меня на борьбу за жизнь давай. Иди. Как нам отсюда вылезти? Блять, вопрос на миллион. Я боюсь, что нам придется спрыгивать и обходить обратно. Мне очень бы этого не хотел. А, ёпта, я люблю. Дебила, ёпта. Да, действительно. Как же отсюда, блять, выйти? Джон, пистолеты забирай. А не пистолеты, две винтовки. Mounted raids on the gates of sanctuary for weeks until suddenly they stopped. I see scorch marks all around the bloodshot camps. No human could stop the bloodshot so completely, so violently, so beautifully. No one but a god could accomplish such a feat. Чё снайперка? Нормальная такая. Здорово, пацаны. Здорово. Ебать, она еще стреляет очередями. Я сейчас. Бля, мне уже нравится этот бой, Сань. Я беру свои слова обратно. Я пристрелялся. Бля, пипец, это не снайперка, а какое-то издевательство. Она за секунду выстреливает, короче, весь боезапас, блядь. Короче. Плюс там отдача нихеровая. Блять, можно меньше прыгающего канала? Пожалуйста. У меня патроны кончились. Можно закупиться? Да, конечно, разрешаю. Закупись, если найдешь где. Ой. Я не в тебя стрелял, сори. Да, да. Ход на мере. Нет, там просто... Я стрелял в другого чувака, за ним бежал другой чувак. Сюда, и я его... Ну это же заебись. Только нам надо вниз. Большой сундук, большой сундук. Лагерь гнойника. Эй. Че, прыгаем? Блять, поздно. Я не буду прыгать. Удачи тебе. И успехов всяческих твоих начинаниях, скажем. Я почти всех убил уже здесь. Да, там наверху бронированные чуваки, блядь, рассекают. Давай. Убийцы комнаты. Я, короче, снайперский ховню с холма. Все по тактике. Где еще чуваки все? Давай еще. Вот такой здоровяк. Я ему башку отстрелил с одного выстрела, блядь. Да, и он пойдет сейчас тебя ловнить. Он до меня не дойдет. Он, короче, похож на этого, на из Резидента. Который, типа, а Лос Плагос, когда ему подстреливаешь голову. Из серии Сэма. Меня убили, блядь. Иди, прыгай, ну, брат. Блядь, да, сейчас уже лечу. Иди. Сейчас я попробую к тебе свалиться. Иди под этот холм, с которого ты падал. Ну, я тут уже, да. Я ловлю тебя. Давай, блядь. Ну, хиль меня, блин. Да я перезаряжался. Блин, на отмазке.
Изи тактика. Так, ну что надо сделать здесь? Надо, блядь, не сдохнуть, а мы готовы. Да откуда, блядь, овник? Алло. Ёб твою мать. Это кто это такой? Я не знаю, убей. Ты посмотри, кто это такой. Это был малыш-мародёр, блядь. Ебать, какая-то жесть. Ну спасибо, блядь. У меня еще и бочка с электричеством. Что, все ты тоже? Да, и блядь. Не, там я чувака, сейчас я зову меня. А тут много чуваков просто. Ну, блядь, что мне сделать? Мои поздравления. Много чуваков, это всегда здорово. Овни их. Овни. Тут можно убить кого-нибудь. Блин, я же не говорю, что тут никого нельзя убить, блин. Только их тут много. Блин, мне еще до тебя как-то добежать нужно, блядь. Там вначале в самой локации. А, не стоит. Не понимаю, откуда они берутся. Да, они да, опять да, лезут, да. Что ли, из всех щелей, я так понимаю. Первого знаю. Короче, я, блядь, буду из снайперки отстреливать их сверху. Баллы их хорошо. Близкое столкновение я не хочу. Он запрыгнул! Юра! Он запрыгнул, блядь! Этот охуенный холм! Отъебись от меня, мудак! Пиздец, блядь. Он ржет, короче, как скотина. Да на ты, ну. Блять, у меня опять патронов осталось, дорогой экран. Пиздец, я думаю, я-то самый умный, короче. Сейчас я и снайперки сверху. В недосягаемости. Подстреливаю этих ребят. И что, блядь? Куча пестик. Я заберу. Там разберемся. Где тут? Кто там орёт на тебя? Скажи мне его, я дам ему изби. Я горю. Кто меня поджёг? Потуши себя. Там пипец, они снизу народу идут. Ох, как же это здорово, блядь. Аптечка, аптечка, аптечка. Спасибо, чувак. За аптечку. Что? У меня 4 здоровья, блядь. Так убегай, блядь. Я пойду подстреливаю их, а ты иди лутай аптечки ищи. Так, ну да. Аптечка, аптечка, аптечка. 65 здоровья. Пошли овнить. Да нам нужно, походу, эти большие жопы. Или чё? Зачистить нам надо, наверное, эту херню всё. Справа кто-то орёт. Тут везде орут, боже. Нашёл. Патрон для дробовика, пиздата. Пошел, блядь, и где сдох. Это пиздата. Я дал минус. Клёвый, блядь. Ну, вылази, пес. Найс. Так, ну вроде по радару все чисто. Ты заебешь меня, дядя, блядь.
Ты вход нашел. Сука. Пришел в ногляк меня, ебарит как. Блять, тут опять этот малыш. Да, да, да. Лучше, сука, жирная, блядь. По размеру низко. Это типа как этот. Как гоблин. Диабло, короче. Да. Ты такой ползаешь, смешно. За что? Не въебывайся. Подлутал все сундуки уже, кроме двух. Ты дробовика патроны не бери, ты все равно не пользуешься дробовиком. Пользуюсь. Да ёб твою. На нахуй, ебало, блядь. Всегда вот так. Где дроп-то, блядь? А. Питер. Не было дроп-то. Понятно. Еще наверху не было дропа, да, скажи? Ну и в каком верху? Действительно, о чем я? Так, и чё нам? Надо куда-то в другое место бежать теперь. Ну, налево куда-то, да. У меня 500 модификаторов гранат. Пользую. Да чё? Нам сюда, короче, идем. Здесь и сейф как раз. Это закупочек. А оружие. У вас спрятанных символов хранилище. Слышишь, короче, здесь сюда? Вот такие штуки еще и можно искать, и что-то будут давать. Угу. Ну что, херозно. Заебись, что можно летать. Да вообще. В этом плане здесь прикольная механика. Блять, Сань, спаси. Где же, блять, дроп? Где же, блять, дроп? Эй, короче, это прикольная тема, ну, винтовка, которую ты мне скинул. Блять, мне не нравится, что она заводится, как говорят. Раскручивается. Ну, сори. Сори, сори, извини. Вот. Так какой-то чувак на соло, да? Ну я сейчас из снайперки его попробую самого. Он со щитом. Все равно. Что тут? Папки, патроны. Тебе подхилиться, наверное, стоило бы. Есть такое мнение. Типы, короче, напоминают мне типов из Дивижена, которые зачищали всех заболевших, помнишь? Угу. Чё? Бакса, бакса, бакса.
Firehawk's got rolling, huh? You know, I heard the Firehawk liquefies that drinks like flesh slippers. But now, Of course, Roland wasn't such a dumbass in the first place, would Whoops! Almost spilled the secrets! Все забрал, да? Нет смысла мне спускаться. Там были патроны для дробовика. Здорово, мужики. Бать, что это нахуй? Иди в жопу, блин. Чувак. А что, что он тебя хочет? Ты самый красивый просто. Блять, похоже на то. Дробовик какой-то. Блять, еще один. Смотри, как это делается. Давай, покажи мне. Покажешь мне сейчас, как это делается, когда я не танчу, блин. Блять, я... танчишь. Я все равно танчу. Ты все равно танчишь. Сейчас я подлутаюсь тут. Джибись, да, давай, подлутайся. Так, стой, у меня уже куча оружия, давай-ка я посмотрю. У меня кончились патроны, блядь, для дробовика. Вот это печальная история. У меня одни модификаторы гранат. Короче, ты... Урон от гранат. Ну ладно, пошли. Капец, патроны кончаются. Что-то как-то долго уже, да? Бегаем? Да, большая миссия получается какая-то. Прошлые были поменьше. Иди, забирай. Это же для дробовика вот эти патроны? Да. My secret involves your pathetic resistance dying, and me laughing a lot. Да. Какой-то. Я бы сказал, что карикатурный злодей, блядь, учитывая, что мы играем. То, наверное, в этом и смысл. Хозяйка модификации классная. Короче, есть тема. Сейчас Сирен. Можно сдохнуть. И чё? И мы лестнемся буквально в метре, блять, вот, вот, с полным хп. Обойдется это 70 баксов. Или 80. Турель нормально ловит. Чё ты её редко ставишь так? Ну она куда? Это как ульта твоя. У меня, блядь, наверное, не такой большой. О, вот этот. Cooldown. Так, ну чё? Сзади какой-то хер ползёт за нами. Разберись. Понятно. Иди. Бля, тут, короче, миллиард народу. Кстати, хочу сказать. Сзади к тебе бежит чувак. Своего ёбну! Смотри! Ты смотри, что творит, что творит, делает. Интересно, короче. Снайперка без прицела стреляет в полуавтоматическом режиме, блин. А с прицелом полностью автоматическом, очередями. Вот вот. А там написано, кстати. Не, ну я к тому, что обычно, блядь, наоборот. Это как-то нелогично. Ну, ладно. Ебать, у него тоже дробовик был. Это вот подарок. Еще граната летит, я прям вижу. Нет, это топоры.
Поколотил. Соку! Блять. Так, безопасный. Хочешь взорвать? Что? Я что-то не очень хочу взорвать взрывоопасный бар. Там пацаны возле. Дайте хп, 13 здоровья. Какие ворота, блядь. Вижу ящик, не вижу преград. Вижу хп. А, это, блядь, мусорка. Сори. Заебись. Не вижу преград. Вижу мусор, но ящик не вижу придав. Че, как это нормально, овны? Не знаю, да? Мне не нравится, когда он такой большой и красный. А выбора-то нет. Не, нормально все-таки. Все, найс. Очпок ходит. Просто да, блядь. Заходит. Так, нам все равно не туда. Осталось еще два. Вот это какие-то майлстоуны просто. Да, видишь, шестое. По сути, это комнаты, типа, ты зачищаешь их и все. Возвращайся назад, слышишь? Сколько у него здоровья, блядь? Да, блядь, взорвись ты, блядь. Блядь. Почему? Почему, блядь? Синяя шмотка какая-то, Саня. Я забрал. Блять, естественно. Блять, еще. Там еще один. Карабин, короче говоря. Нет, пора пользоваться этой. Надо нахуй. Ебать, они дропают лучше, брат. Нет места. Белые шмотки выкидывай. Зеленые дороже стоят. Сто баксов стоит. Так. Какой навороченный винтарь. Скорость стрельбы ограничена только ловкостью вашего пальца. Это синий, тебе шмотку дали? Да. Причем у меня в инвентаре лежит не трехствольный, обычный. Причем у меня в инвентаре лежит вот это вот, которое я тебе сказал. Которую мне дали синее. А, стоп, это она. Она стоит 200, короче, у меня в инвентаре лежит такого же типа, за 169, со всеми статами выше, кроме емкости магазина. Все остальные статы выше. Шмотка. Так, ладно, надо ревизию произвести небольшую. Тут мы, наверное, что-то можем.
Ладно. Что, будем надеяться? О, будем надеяться, что... Что этот карабин окажется лучше. Я тебе покорился. Иди по сцене. Да иди. Я, блядь, вспоминаю, вот сейчас ты бежишь, короче, активируешь ловушки эти. А я бегу за тобой и получаю. Не помнишь, Диабло? Когда мы дошли до третьего эпизода, где грибы эти, блядь, в болотах мы бегали. И когда в этом 1.04 версии, да, где они еще очень сильно дамажили. Магазин! О, найс. Где они очень сильно дамажили, ты пробегаешь. А я за тобой, и меня, блядь, накрываю. Просто ваншотом сразу. Так, гренадер. Требуется класс спецназовец. Там для тебя, кстати, какая-то модификатор класса. Урон от гранаты, взрывоустойчивость. Я купил какой-то неебический щит. Вот в медицинской сверху. Сам. Урон модификатор класса. 16 взрывоустойчивость. Давай проверим, что это такое. Он сразу, короче, сел в этот. Так. Что, автомат я, короче, продавать не буду? Где посмотреть, какого я уровня? Слева сверху. 10-го. Слева снизу. Слева сверху это я. Я ты. Понял, да. Так, что? Расстрельность, перезарядка, емкость щита. Блин, я даже не знаю. Расстрельность. Урон от стрельбы. Так, по-моему, там левелы можно. Помню, целых 2 очка я. Так, а что? Емкость. Ой. Здесь. Я бегу отсюда. Ты все? Так, что-то происходит страшное. Блять. Подожди. Ладно, пошли. Сейчас, блядь, сейчас бы закупиться патронами, потом найти патроны. Да, это норм тема. Ну ясно, босс. Ебать. Челка, что ли? Чурма я. Найс, огонёк. Азап. Лилит. Боже. Классно. Да, всё? Чё-то на... Ну я уже... Надо уже всё готово, Сань. Иди это... Я пойду полутаюсь, короче, ладно. Давай. Не буду мешать. Поможешь подняться? Я тебе не только подняться помогу. Я тебе все для тебя сделаю. Уф. Для поднятия настроения принесешь? Ля-ля-ля. Ты взял? Ля-ля. Нет, ничего не брал. Ты пидор. Так.
Я ей дал. И нет. Ты, блядь, ее наркотиками накормил. Фиолетовая. Иди теперь гуляй. Конечно, ты все уже облутал, пес. Нет, там есть, он, видишь, вдалеке ящик. Нет, не вижу. Вон три ящика открытых вижу. Так, ну что? Куда она делась? Она съебнула, потому что она сейчас пиздить будет. Блять, вот надо было ей взорвать бочку, блять. Я теперь вообще бомба. Да это не бочку, блять, она взрывает. Это она их так ебошит. Я... Вот бочка здесь стояла, блядь. Стояла бочка, у меня было 100 хп, блядь. Ну, тебе не повезло. У меня осталось, блядь, 10 хп. Все, хорош, ныть. Куда ты, блядь? Там он, блядь, какой-то пиздецкий чувак. Вышел опять. Который тебя любит. Да, они все меня любят. По бочке стреляй. На ему с руки, блять, уебал. О, зеленый пулемет. Быстренько подлутаемся. Что-то я не понял, что произошло. А, ты мою пушку взял, да? Какую? Трехстволную. Нет. Ладно, сейчас разберемся. Блять, он сейчас с нами разберется, блядь. Бал. Тара-тара-та. Поворачивайся, давай. Что? Можно уже? Блять, я тебе-то чё плохого сделал? Конец-то, блять, на тебя, сука. Борьба не за жизнь, а за смерть. Well done. Я ей нравлюсь. Пиздец. А ты нет. Пойду. Блять, со всех сторон, короче, вылазит. Тут столько бабла было. Надо поближе к ней держаться, короче. Или она дамажит у нас тоже, я что-то не пойму. Я знаю, что она еще. Блять. Блять, иди нахуй. Стреляй, блять, тут два этих больших. Юра. Я чувствую. Она сама справится. Возможно, может нам спрятаться? Ну, кстати, реальный ховник, нормальный. У них есть какое-нибудь уязвимое место, кроме башки? У меня патроны кончились. Да еще патронов пиздец. Либо на мать. Устал? Да. Я все собрал, смотрю. Между ты делом. Собрался, я ничего не собирал. Угу. Ready?
him now. Talk later. We don't have a lot of time. Get me some. А, ну это вот второй, короче, который закрытый. Помнишь, ты говорил? Типа закрытый ящичек. Там Ридиум притащи, отдай ей. И она опять зарядится. Теперь ты делаешь из нее наркомана. Ну чё там? Чё там? Налутался? Так нет у них, я тебе могу отдать всё, что это. То, что я выбрал. Да чё там ничего нету, зачем? У меня нормальный дробовик. Я хочу быть твоим бойфрендом. Всё верно. Так. Вы получили модификатор класса. Особый предмет, уникальный для каждого класса, который теперь или иной хоть. Редкие модификаторы класса также дают вам дополнительные очки навыка. И где, блядь? А где дополнительные очки навыков, блядь? Ебать. Ёб твою мать, что ты сделала, мразь? Вернись. Сори, блядь. Я тебе, блядь, сейчас... Ебать! Прыгай прям вниз. А интересно, что там внизу? Проверили. Стой, где модификатор, блять, класса? Что они имели в виду? Он сразу встал у тебя в ячейку. А, вот, берсерк мод, требуется класс, шизострел. Блять, восстановление активного навыка. Охуеть, бесполезное говно. Это, короче, норм, если ты берешь, допустим, два одинаковых класса оружия с одинаковым количеством боеприпасов, чтобы морозилось на перезарядке. Ну и тогда, наверное, это как-то круто работает. А, то, что есть сейчас у меня, ну я хз, чё так себе. Ебать, скорей! Я видел, блядь, как лучи исчезали, блядь, один за одним. Ничего не было. Что за херня? На вниз? Я не хочу вниз. Там страшно. Спасти Роланда, блядь, рядового Рейна. Ой, блядь, пизду, пошли. Дай-ка я лут проверю. Говно, говно. Ничего стоящего нет. Надо, короче, фиолетовые же шмотки искать. Ты что там нашел? Свою ты не нашел? Не. Так, ну что? Видишь, большой ствол. Тут какие-то модификаторы класса крутые. Ой, блядь. Сейчас бы купить, блядь, не то, что нужно, блядь. Требуется класс сирена. Зарядка плюс 16, емкость плюс 20. О, ну вот это уже интереснее. Все, беру. Так, стоп, а вот это что? А, ну нет. Все, теперь я доволен. Атаки в ближнем бою наносят за меня раньше. Для тебя плохие новости. Такие. Скорость теперь из подзарядки. Сука! Задержка подзарядки. Хотел без меня улететь? Да, блядь. Ты типа вышел в меню. Не, в магазине, нельзя. Ну, так слышь, у нас тут этот. Есть быстрое перемещение. Погнали. Нам туда надо. Нам надо, блядь, в город. Базарить с механиком. Alright, killer. I'm back in sanctuary. Be careful. The bloodshots have camped out all around the dam. You'll need a vehicle чел. To soak up some bullets for you. Never doing that again. О, блядь.
купишь себе модный аморалист. Я чуть не очень так. А что? Точно не получается. Либо. Давай я куплю, попробую. Чё за... Ты нас куда-то не туда переместил. В смысле куда-нибудь? Выход с карты, три рога, блин, выход с карты. Вон он туда надо, налево. Я хочу, он пойду убью. А я пока делаю себе... очко. Короче, так смешно. Говорит он, типа, точность стрельбы повышается в процессе, блядь, зажима. Иди там тачку себе сделай, вторую. Мы будем на двух тачках ездить. Проблема в том, что, короче, первые выстрелы, блядь. Карта. Если я тебя отодвину на этой штуке. Тебя отодвину. Что будет? Бля, я застрял, сори. Уебал. Меня, короче, трясет этот. Я тебя на километр отвез! Меня трясет. У меня интерфейс выбора машин трясет, ну то есть она куда-то уехала, бля. Меня опять сейчас возишь, да? Да. Да я тебе провез так просто. Ты меня, короче, потом я тебе покажу. Ну, посмотришь. Я тебя отвез уже к выходу. И тебя тут жрут. Сори. Чувак. О, ты телепортировался, лол. Это было смешно. Ты можешь с двух пушек стрелять, Сань. На правую и на левую кнопку мыши. Да я так и делаю, ебать тело. Если глуха. О, надо убить 5 врагов, сбиваю их. Я готов. Ой. Короче, слышишь? Форс. Вот там вот. Это мне показалось. Сейчас посмотрим. А не показалось. Ебать, ты строй какой-то. Что ты делаешь, блядь? Наркоманка. Поехали, короче, ладно, надоело. Стой, блядь, это вот сейф или что, я не понимаю. Куда ты меня защищал? Не знаю. Nobody seems to be around. Just drive up and honk your horn. Maybe this won't be so hard after all. И как погудеть? My bad. Я тебя только что трахнул, сайт, сори. Машина. Так, сейчас будет замес. Да? А, тогда надо отъехать. Да. Блять, ебать.
А зачем ты вышел из машины? В смысле, ее взорвали, блин. Да? Да. Это как бы намек на что, блин, надо уебывать. Так, тогда пора выходить, ого. Ну чё, как дела? Чё, как дела? Как-то, блядь, вот так. Не очень. Короче. Короче, превратился в свет. И тебя распылило на кубики. Здорово. Зара ноль. Я почти успел его убить. Но не успел. Где-то мы в ебенях, да? Наверное, да. А нет, ты знаешь, нормально. Иди за Хальдик. Вообще, если честно, я бы это... Вышел, не, покурил? Не, спать пошел. И спать пошел. Уже мне совсем. Честно. Вроде ну, сохранились. Давай, да, короче, я... Нормально пробегали. Так, что я тогда еще в главное меню офусь. Так меня сейчас тоже выйдет. Сейчас ты выйдешь, и меня тоже выкидывает сразу. Да? Соединение разорвано. Ну, вернусь на то, что соединение с сервером было разорвано. Ну ты типа сервер. Ну я все, я понял, типа хостуки. Ты будешь, блин, продолжать без меня? Не, я не буду. Зачем? Одному скучно. Родмазер ведь заблокировал некоторые функции этого приложения Borderlands 2. Класс, спасибо. Так. Ладненько. Так. На этом мы на сегодня все же закончим. Вернемся, наверное, завтра. С вами был Старпер. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем счастливо.